Здравствуйте, дорогие мои соотечественники, казахстанцы, россияне. Вот я, Куртина, Дампецо. Сегодня воскресенье, 5 июля, слишком много машин, слишком много туристов. Вот они, руины. Кое-что осталось от Кастелло в Куртино. Набежали тучки. Смотрите, дрова накололи. Смотрите, какая панорама. Там наверху снег. Вот это вот башня старинная. Остатки остались. Не было ни одной машины, как я начала снимать, так много машин. Так как солнечные лучи. Ой, смотрите, облака как отражаются на утесе. Это мой самый любимый утес. Смотрите, какой забор сделан из зелени. Здравствуйте. Прогулялась хорошо. Сейчас покажу вам еще речку. Взяла хлеба. Сейчас будет вот такая вот природа. Пейзажи такие. Очень много елок, очень много зелени. А ну, пока идешь, будет это немножко дрожать, этот телефон. Не очень хорошо снимает, потому что это немножко... Мой телефон технологичный разбился. Это немножко такой телефон, который дрожит все время. Видео дрожит. Так жаль, конечно. Ой, смотрите, здесь вообще такой шлагбаум. Наверное, территория привата. Чтоб чужие не заходили. Посмотрим, что написано. Да-да. Резервато. Оседжо резервато. Проприта привата кадель кастел. Частная собственность вот этого вот кастела, этой башни. Дрова на зиму приготовили. Вот такие вот большие дома. В каждом доме живут по 3-4 квартиры. Ай-яй-яй. Смотрите, какие цветочки везде. Все так ухожено. Хотела вам реченьку показать горную. Но, наверное, здесь, по-моему, да, реченька протекает. А, нет, на следующий. А, да-да-да, здесь. Потому что реченька горная, она уносит весь негатив. Весь-весь негатив. Вот она, реченька. Реченька-реченька, водичка. Унеси все грусти, все печали, все тревоги, все невзгоды, всю негативиту. Весь коронавирус со всего мира. Утеки, речка, утеки далеко-далеко. В море унеси все плохое, все грустное, все больное, все нездоровое. Всем здоровья и добра. Смотрите, какая красота, природа. Это такая красота. Всем счастья.